Алиса. Сегодня мы распакуем вот такую вот куклу. Новые. На самом деле у нас сегодня Алиске пришла посылка с новыми куколками. Как они называются, кстати? Animals, короче. Энч Animals, да? И я двух распаковала. Да, Алиса не выдержала и распаковала уже двух куколок. С ними еще шли зверюшки, но зверюшки она уже где-то там играла, с ними оставила. Покажи куколок. Хорошо, первая такую показываю. Так, первая куколка у нас скунс. Вот такие вот девочки, они очень миленькие на самом деле, с ушками вот тут вот, с хвостиком в таком наряде. Размером они, ну, где-то вот с младшую сестричку Барби, да, наверное? Да. А вторую коалу. Вот такая вот коала. Мне, честно, больше это понравилось. Да, когда мы распаковывали, ты сказала, что тебе коала больше понравилась. У Алиски все меняется на глазах очень быстро. Ой, у нее юбочка такая мохнатенькая, да? И тапочки вот нам. Ну, просто у нее косички прикольные. Мне не понравилось, что у нее косички. Ой, а что это тут за скотч? Это я снимала. Хи-хи-хи. Вот, тапочки еще у нее прикольные в виде коалок, да? Да, видите? Носочки. Носочки. Ну что, давай посмотрим, что тут за ляля-то. Вот такая вот. Вот такая вот. Петер. Петер павлин. У этого зверюшки павлина такие волосы, как у пуделя. Ну что, открываем? Да, сейчас я открою. Они, кстати, очень легко открываются. В общем, Алиска давно хотела эту серию куколок себе. Мы пока вот только несколько заказали через интернет. Пришла нам посылочка. Алис, тебе понравилось? Очень. Очень? Еще будем такие собирать? Конечно. Конечно. Пока всю коллекцию соберем. Всю коллекцию хочешь. Там еще у них есть домик для этих кукол. Короче, там такая глобальная коллекция. Вот. Ну, прикольно, что-то новенькое. Давно у нас новые серии кукол не выходили. Распаковали мы девочку павлина. Вот такая вот она красивая. С рисуночками. А ее вот такие. Ой, туфли какие классные. Да, и маленький павлин-пудель. Дай посмотрю павлина-пуделя. Я его называю телепузик. Телепузик. Да, похож. Вот такой вот волосатик. Прикольный. А смотри, у нее еще жилеточка. Видишь, такая вот. Да, красивая куколка очень. Просто... У нее крылышки. У нее единственная из этих куколок есть крылышки. Да. Ну, по крайней мере, единственная из тех, которые мы заказали. А где еще один подарок? Подождите. Сейчас я его найду. Нет, это не то. Это тоже не то. Нет, не то. Вот он. Еще один наборчик с этой куколкой. Кстати, пока Алиска искала, вы, дорогие друзья, наверное, уже подписались на наш канал? Наверное, да. Ставьте нам лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Алиски. Да, и заходите под видео. Там можно оставить хороший комментарий или уже какой вам захочется. Алиска любит читать комментарии. Да. И вот такой вот еще один наборчик. Коллекцию. А, да, тут же вся коллекция вот этих куколок. Я хочу следующую, вот эту и вот эту. Ну, собственно, всех, которых у нас нету, да? А, еще зайчик, ну, зайчика еще нету. Не, вот это вот классно, вот этот домик с качелькой, да, прикольный. Да. А наборчик-то сам давай посмотрим еще раз. Вот тут у нас кто, черепашка? Да, девочка-черепашка. Девочка-черепашка, велосипед, шлем. И даже вот шлем и два, на черепашку и на девочку. Шлем для черепашки? Да, я все знаю. Она, когда радостная, она быстро разговаривает. А еще она любит быстро гонять на велосипеде. Вообще обалдеть. Давай открывай скорее. Просто кое-кто открывал такую. Давай скорее открывай. Ну что, Алиска, распаковали? Да. Покажи красоту скорее. Черепашка. О, ты уже шлем на него одела. Ну покажи черепашку. Но в я шлеме. Еще не застегнула. Еще не застегнула, так прикольно получается. Вот такая вот девочка с зелеными волосами. Такая вот красивая девочка. Вот, черепашка. А, в юбочке. Это шортики. Да, точно, Лиска, шортики. Прикольно. Потому что я же видео на видео распаковывали. У нее были шортики. Да. О, какая прелесть!
вообще! Супер! Ну что, Лизка, ты уже шлем и на девочку одела? Да. Какая Смотрите. Крутая! Это может быть и сиденье, и как крышка. Прикольно, покажи велик. Вот такой вот, друзья, велосипед с педальками. Классный. И тут даже есть держатель для куколки, чтобы она не упала. Подождите, я вам хотела самое прикольное показать. Ну, естественно, колеса крутятся. Нет, то, что они очень быстро едут, смотри. Видите? Это вообще кукла-шумахер. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. А я буду играть новыми куклами. Да, подписывайтесь на наш канал. У нас всегда какие-то новинки, интересные игрушки и Алиска.